почему я написал мою книгу, которую, надеюсь, когда-нибудь, может быть, лучше оценят, чем сейчас. Последний бросок на юг. Теперь война будет с юга. Я не уверен, что каждый российский гражданин эту книгу читал. Но то, что каждый гражданин слышал это название, да, и это стало уже мемом, сомнений не вызывает. Да. Иронизировали там про Индийский океан, я имел в виду направление. Иран – это Индийский океан. Арабы все – это уже Индийский океан, они там стоят все. А Пакистан – это Индийский океан, он тоже изъявил желание поучаствовать в этой разборке. Вот французы, видите, как они изображают Эрдогана? Вот новый фюрер. Не немецкий, а турецкий. Из чего они исходят? В Германии надо было готовить немцев, дать эту новую идеологию фашистскую, дать деньги, чтобы армия была сильная, мощная, где-то ее обкатать, Испания и другие горячие точки. Тут все готово.